Голосование по проекту «Любимый город» проходит с 15 января по 15 февраля. Десногорцы могут выбрать одну из трех территорий для благоустройства в 2018 году. Это центральная сцена, фонтан, установка детского игрового комплекса с резиновым покрытием. Голосование по проекту «Комфортная городская среда» проходит с 11 января по 11 февраля. Проект «Комфортная городская среда» предлагает 4 территории для благоустройства. Парковая зона между первым и вторым микрорайонами, пешеходная зона третьего микрорайона, территория городского пляжа, парковая зона четвертого микрорайона. Десногорцы поделились с нами, за какое направление они отдали голос. За себя скажу, что по комфортной среде однозначно я бы выбрал парковую зону между первым и вторым микрорайоном, потому что там уже давно нужно приложить руку. Вот. По любимому городу, соответственно, третий пункт – это установка детского игрового комплекса с резиновым покрытием. То есть нужно для детей стараться. Я считаю, что нужно приводить сцену в порядок. В плачевном она на состоянии, и считаю, что нужно ее реконструировать. Я бы отдал предпочтение парковой зоне перед церковью. Ну а здесь реконструкция фонтана. Вы можете проголосовать на сайте администрации Десногорска desnogorsk.admin-smolensk.ru. В интернете на площадках Десногорска пресс-служба, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте и по адресу desna-press@admin-smolensk.ru.